Всем привет, друзья! Сегодня мы с Павлом Каблуковым, Злой Слон, и я, Драйвер 51, прокатимся на карте побережья на Урале Полярники, предоставленной группой Альянс. Данный мод, или по поводу приобретения данного мода, обращайтесь в группу Альянс. Спасибо ребятам за данный автомобильчик. Будем кататься, они с удовольствием предоставили его для обзоров. Будем кататься. Здравствуй, всем Паша. Привет. Здравствуй, Паша. Сейчас посмотри такой. Да. Видеть-то мы его видели давно. Но, ух ты, блин, его так еще сейчас. Ого. Вообще зверь. Да. Мод Сереги Пасечника. Мод обалденный. Еще раз повторяю. Кому интересен данный автомобиль, все вопросы по данному автомобилю в группу Альянс. Я говорю, просто зверь. Серега Молочага. Так, я даже не знаю. Первым делом давайте я буду сейчас обзорную смотреть. Посмотрю, потому что я не помню, что там было. Так, борт, это борта, прицепы, тут миллион всего. Трейлер, это гараж, наверное, да? Да, гараж. О, кабину защиты я сразу ставлю. Так, сейчас еще выберу какую-нибудь покрасивше. Ух ты, блин. Я прям теряюсь в догадках, что поставить. Так, подожди, тут еще же какие-то штуки должны быть на морду такие. О, ух ты. Так. А это что такое? О, вот тут какая-то штукенция, слушай. Я такую еще не видал. Ой, кабину пересел. Со светом тоже. Ух ты, с фонарями. Да, вот Серега сделал, так сделал. Ого-го. Я прям... А тут не видел эту штуку с радаром? На будку ставится еще. Радар работает. Нет. Она здесь есть? Да. Так, сейчас я... Подожди, сейчас поставлю. Вот. Видишь у меня, нет? Ага, точно. Гляди. Та-ра-да-да-ра-та-ра-да. И крутится все как надо. Ури, ури, прием, прием. Смотри, какая платформа лесовоза, обалдеть. Так у нее с фонари там сзади вот эти здоровые, еще с подсветкой там, видал? Так, ладно, эту штуку брать не буду, клевая, это потом мы где-нибудь прокатим. Витя у нас сегодня занят, Коляна у нас тоже нету, так что мы с Пашей едем. Цистерна своя. Ой. Ну да, цистерночка такая. Сколько она набирает-то, интересно? 1600. Пшикает тогда, прикольно. Оно. Так, ладно, что, надо выбирать. Сейчас мы будем полчаса только собирать. Играться тут. Что тут есть, что тут нет. Так. Так. Блин, я уже потерялся, чего у меня стоит. Ага, это у меня стоит. Тут где-то другая защита еще должна быть. А вот. Поставлю вот такую. Вот я как поставил. Цепь. Нифига себе. Да, не говори. Прицепы. Ой-ой-ой. Мы сейчас не столько будем времени, наверное, вести дрова, сколько будем аддоны перебирать. Сейчас разглядывать, да, пока все это. Да. Изучим. Так. Ну, маячки я поставлю по любасу. Я люблю с мигалками ездить. Так. Вычные колеса. Ого. Арки. Ого-го. Ого-го. Ух ты, блин, вот эти колесища. Обалдеть. Ладно, я пойду попробую на первую. Фига он здоровый, слушай, вообще. Да я тебе говорю, просто... А, ты хочешь прицепиться? Да я говорю, там не встать, так да. Надо отъезжать. Давай пододвинусь. Да, сейчас я... Да вот тут места хватит. О, еще ведро сзади болтает, смотри. Ничего себе, да. Ты там прицепил-то. Да, смотри, такой борт, короче. А нет у него тут запаски такой сзади за кабиной, которая нету? Еще вот такой борт есть. Вот это возьму, вот это прикольно. Это какой ты взял, первый? Это второй.
Да, есть в самом низу, короче, это запаски ставятся за кабину вот. О, нифига. Сейчас, подожди, я поищу, где они тут. Ха-ха, оригинально переспили на это все. Так. Ух ты. Так, а я их тоже сейчас поставлю. А что они мне не ставят? Что-то им надо. А, цепку нужна. Так, цепку давай. Колеса я тоже возьму. Так, и сейчас борт возьму какой-нибудь. Блин, ну он огромный, конечно. Да я тебе говорю, просто танк. Танк, реально танк. Что некоторые люди говорят, машина это, у Сереги там. У Сереги все просто, просто супер. Ну а, что, выдвигаемся? Да подожди, я не могу прицепить. Этот длинный прицеп не могу. Он куда-то упирается там у меня. О, все, воткнул. Так, все. Так, а у нас что по бензе? О, солярочки тут надо нам. Вот заехать, заправиться. Да. Все горит просто супер-пупер. Блин, да, вообще. Звуки свои абсолютно все. Да, короче, полностью, да-да-да. Машинка. Да, ребята. Срочно советую всем обращаться в Альянс за данным автомобилем. Автомобиль просто супер. Серега, молодец. Ух, ух, да вообще, я не знаю, блин, как мне тебя догнать-то тут надо как-то сейчас. О, давай-давай. Давай-давай-давай. Ух ты, куда почесал-то? Что-то как-то ты быстро как-то поехал. Так, главное нам... А, взяли-то. На заправку где-то тут нам следует. Да-да-да, направо, направо надо. Дальше, завод. Вон там, поворачивай направо. Видишь, просека такая пошла направо туда. Сюда прям? Да-да, прям по кустам туда пилить. Фига мы, по хардкору. Да, на такой машине, мне кажется, вообще можно ничего не бояться. Ну-ка, сейчас проверим ее, сейчас напрямки попрем. Ты что, думаешь, не проедешь? Ну, давайте напрямки, я в объезд. Да, вообще, он даже не заметил лужу. Как будто там ничего не было, да? Как будто не было, ну ничего, он просто пролетел там. Ух, а тут-то я прошел, смотри. В натуре вообще без остановки. Обалдеть. Что там, заправил? Да, все, сейчас отъезжаю. Во, бандурина, обалдеть. Да вообще, я говорю. Ух ты, тут еще 600 литров с собой можно взять. Ты не брал? Взял. А, ну это уже. Так слышим, мы сейчас тут все дефолтные карты пройдем с таким запасом солярки-то. Да, блин, машина вообще супер. Машина классная, вообще мне она очень нравится. Я не знаю, вот у Сереги морда у него брутальная такая, вообще прям. Ну да, красавчик такой. Красавчик, ну. Я не знаю, я вот у Сереги все моды как бы смотрел, вообще все, вообще все нравится. Вот. Что значит, дано человеку, как бы, и... А если не дано, так и не дано. Как бы хватает таких любителей. Вот и отсюда. Я, наверное, там не пролез. Сейчас попробую, как обычно, по этому, по старой своей тропе. Наверное, точно не пройду. Да, сейчас. Я всегда тут езжу. Ну-ка, я сейчас попробую. Я обычно на маленьких машинках пролажу. Сейчас. О, блин, как он тут вообще туго-то идет. О, я сломал тут елку какую-то. Уже. Все, Паша, я заехал. Я уже загрузился. А, ты задом будешь, что ли? Да, выбираться? Я сейчас задом попру. Данный мод, ребята, вот в мультиплеере играет. Мод вообще обалденный.
Еще раз Так, подожди. всем ребята в альянс обращаться по данному автомобилю. Что-то я не могу найти. Что тут на него? О, нифига, ты уже тут стоишь. Слушай, блин, а у меня не грузится нифига. Почему? Не знаю. Вот я маленькие эти. В этот борт не прописаны дрова, елки-палки, Паша. Фигово. А кто знал, и что делать? А я могу сейчас в гараж там метнуться? Да. Давай-ка я в гараж. А ты... Аркада. Можешь. Ага, все так. Так, какой же у тебя борт, я уже забыл. Такой с палками зеленый? Да. Крайне зеленый с палками. Ну давай, дубль два, погнал я. Вот я, блин, лоханулся-то. Сейчас я тут пока выползу еще задом-то. Не просто. Все, я погнал уже. Ну это просто там не прописано это самое. В борту дрова не прописано. Или в дровах борт не прописан, да? Так-то оно все подойдет там. Ух ты. Что там уже? Сломал клевую тачку. Прицеп слетел. Да елки-палки. Вообще? Не одеть его? Не, но он упал. А как ты такого уронил? Так, ну что, я тоже, короче, по второму кругу пошел. А, ну давай тогда. Я пока поехал загружаться. А там, может быть, знаешь, какая беда, что помнишь, у нас с шаландами была такая ерунда. Дрова надо чуть двинуть, наверное. Нет? Да не знаю, я даже не понял, Диман, если честно, как он слетел у меня. Так, ладно, я сейчас опять туда через эту свою тропу капуцинов. А вот я вижу, он валяется у тебя тут. Ну. Опа, я в пиндосу заткнулся. О, второй я просто снес. Выкручивал. Так, ну сейчас посмотрим, сюда-то загрузится. Ну-ка. Сюда все грузится. Да, там просто дрова не этот. В дровах борт не прописан. Я еду. Я тут уже выезжаю потихоньку. Я сейчас, наверное, задом доеду снова. Да какой он длинный, как паровоз такой вообще. Жестяк, конечно. О, я уже уперся там в этот столб, что ли. Нет еще. Уперся колесом в столб. Вот зараза. Так, стопэ. Ага, знаешь, что еще на прицепах нету этих точек зацепа? Нету точек, да? Да. Фигово. Ну. Прицеп-то как бы так что подтянуть, если надо будет. Ну вот я и хотел сейчас его подтянуть в сторону-то. В принципе, можем мы это все поправить, и если что, просто Серега сейчас нашел работу, человек очень сильно занят. Поэтому, может быть, есть тут небольшие такие недочетики, да это как бы не критично, вообще все просто мелочевка такая. Вот человек сейчас работает. Ё-моё, мне прицеп мешает теперь мне мой. Теперь мне надо... А, твой прицеп? Так ты сюда бы заезжал? Может, я его толкнуть смогу? Так, а ты, может, заехал бы, как я? А как ты заехал?
А я вон там. Ты там опять своими окольными путями, я ж не знаю таких дорог. Сейчас застрянешь там, ну. Налево, налево, налево. И вот там где-то есть там промеж двух елок там можно. Только смотри, правее к елке прижимайся, чтоб левой стороной. И прямо проезжай туда через пиндосы. Чтоб прицепом не зацепиться. Тот раз кто-то там Ваня или кто-то застрял у нас. Вот, ты уже уперся там что-то. Я уже на въезде застрял. Ну, давай я сейчас тогда уеду сейчас сюда, чтоб тебе, если что, тут крутиться. А у тебя не стоит этот физика деревьев? Стоит. А, ну у меня с физикой я там елку тут сломал по-быстрому и пиндос там вывернул. Ну вот и вроде там залез уже куда-то. Да, все, залез. Ну да, вот теперь ровненько такой его поставь, Паша. Потому что я с этим... С фиксом-то помнишь, да оно бывает, как да. Леганет и прицеп отскочит нафиг. Так, все, загрузился. Теперь надо как-то вырулить отсюда. Ну вот я там в несколько разворотов выворачивался. Че, пойдем через лес там, да, на эту, на пилораму? Да, по сокращенному. Это у тебя там сигналка где-то пищит. Ага. Нифига микрофон купил. Это на улице. Нифига ты микрофон купил. Можно на улице записывать. О, Паша, сейчас тоже в столб левой стороной упрешься прицепом. Я колесами прям уперся. Не, должен пройти. Хотя фиг знает. Я что и хотел-то там эту жопу на прицепе зацепить в сторонку. Сторонку оттащить немножко. Уперся. Как ты и говорил. Так я тебе и говорю, что там... Все, прошел. А, ну все, давай потихо сейчас поползем. Через лужи, через грязи. Да, ну... Вот тут сейчас вывернуть не смогу, блин, прицеп мешает мне. А, у тебя же там еще прицеп валяется точно. Да. Сейчас ты будешь цепляться опять. За эту елку. И тебя никак не зацепить-то, ё-моё. Ну, будем надеяться, что сейчас... А, про... нет, вылез вроде. Пошел, да. В грязь не лечь, вот тут через кусты проезжай. Не, ну, конечно, обалденный аппарат вообще. Это вообще, я тебе говорю, просто монстр. Зверюга такой. Надо с Серегой, сегодня я переписывался. С Сергеем Пасечником, да. Он мне сегодня показывал там... новые свои задумы, там такой вообще тоже, еще хлеще, там такой танк, там просто супер драндулетище будет очередное. Просто видишь, сейчас человек нашел работу, времени, все время занимает работу. Не отдохнуть, не продохнуть, тем более модами не занесся человеку сейчас. Так, ну что там у тебя? Ползу, на таких колесах-то по любасу проползу. Да, блин, на такой машине грех тут не проехать, слышишь? Вообще, ой-ой-ой, ну это вообще, я не знаю, просто, Серега, просто ты супер молодчага, просто. Не знаю, Алексей Баранов помогал, наверное, тоже какое-то участие принимал. Если принимал, то Лёха тоже молодец. Что-то ты там уже где-то застрял. Я так ровно проходил. Что-то он по ширине, короче, здесь просто не проходит. Да ты взял просто как-то больше. Не, вон ты. Или ты через лебедку? Через лебедку. Да его чуть-чуть подернуть надо. Блин, надо с лебедкой еще как-то подумать. Может, лебедку можно сделать. Хотя навряд. Что лебедку сделать? Ну, как со светом сделали. Надо еще, может, лебедку помутить. Я пытался попробовать, чтобы машину, как бы, которую на веревке тащишь, видно было. Но что-то не пошло у меня там ничего. Ну, как бы я не так уж сильно и старался, скажем. Так попробовал разик-другой. Не пошло и что-то закинулся. Как бы без этого сейчас хватает дел. Ну, не знаю. Так-то можно попробовать что-нибудь, да. Ну да, хотя бы что по лебедку. Ну вот вторую машину что-то пока не прокатило у меня. То есть попробовал, ничего не пошло.
Может, что-то потом опять. Будет свободное время, голова будет свободна. Время будет свободное. Все, я пошел, короче, в разнос. Паша, я пошел в разнос без остановок. Короче, все, я не сбрасывая газа попилил. Что-то как-то долго идешь. Тут вроде не проваливается. Я аккуратненько. Постою тебя, подожду. Сейчас вот тут выверну. Да что аккуратненько, его все равно не перевернуть, наверное, такой здоровый. Да такой еще широкий такой. Я тут вообще на полный газ валил. У меня прицеп там через камни проскакал. Все, поехали, поехали, поехали. Все, давай, погнали. Попробовать повышайку, что ли, влупить ему. О, все, погнали. Я на повышайке почесал. Я тоже на повышайке. Ух. Я даже тут не стараюсь ничего объезжать. Еду как едется. Как прямо, прямо еду и все. Ох. Ё-моё, ёлки. Сейчас лесник выйдет, нас оштрафует. За ёлки просто выйдет, оштрафует. Это весь лес тут передавили, зараза. Так, я забыл кожу. Куда тут? Все, надо уже переключаться на автомат, наверное. Я, кстати, переписал эту физику всю. Деревья. А что? Меня так и это устроило как бы. Да я маленько полегче сделал. Да ну, меня так и это устраивает, как бы. То есть ломает, ломает. Маленький средний ломает, как бы, а большие так, ну, чтобы реалистично было, с урончиком, как бы. Не, ну у меня тоже так, как бы, не завалишь елку, допустим, так просто. Но если, допустим, на передаче третий на Урале ты влетишь в нее со всего хода, такую, значит, средненькую, она ляжет. Ну, вот тут-то грязюка должна быть, надо как-то тут попробовать проскочить. Ну смотри, он даже тут не буксует, он просто на этих тапках проехал. Обалдеть. Вот это да. Дела. А вот все, я Паша встал, походу. Да ладно. Да? Сейчас подожди. Только не. Ты там не буксуй. Ты сейчас встанешь, сейчас я за елку попробую. Все. Ох ты, блин, оторвало трос. Прикинь. Трос порвал. Да? Серьезно тебе говорю? То ли елку сломало, то ли трос оторвался. Только чпокнуло что-то и все. Дело к ночи. Все, я пошел. Надо было, знаешь, что на нем этот свет прорисовать. Да, кстати. Не, ну я думаю, мы не поедем же с тобой всю карту. Ну как я думаю, мы полностью ее пройдем. Да может оно и не стоит. Да я думаю, уж раз поехали, так поехали. Надо было, знаешь, что? Надо было по два Урала ставить. Надо было свет тогда делать. Ну да. Что ты там? Потому что сейчас мы опять будем это. Как ночь мы будем это, как слепые коты. Куда идти, хз. А что тут идти-то тут сейчас по дороге? Что-то я выцарапаться не могу тут, а. Так цепляйся за этот. Да я уже зацепился и за то, и за все, и ничего. Я за елочки впереди цеплялся, и нормально. Вот я за елочки цепляюсь. Ничего не тащит? А-а. Да что-то тебя там разворачивает вроде. Ну вот а. Ты куда-то в бок его складываешь-то. В бочину его тащит, да. А вперед? Ехать-то он не едет. Я он еду. И назад не едет. Блин, ну я уже до лесоповала. Давай, может, до лесоповала доеду, отцеплю прицеп, сейчас выгружу. Давай. Попробуем. Ну все, я, короче, сел конкретно. Да? Ага. Я не знаю, я спокойно проскочил. Без проблем, без всяких. Ну я уже приехал, сейчас я разгружусь, прицеп отцеплю. Попробуем назад хотя бы выцепиться.
Может, поедет. Не, нифига. Встал конкретно, да? Вообще намертво. Вот точек вот на прицепе не хватает очень сильно. За морду тяжело его, конечно, туда-сюда дергать. Сейчас я прицеп в сторону делаю. Интересно, опоры-то работают, наверное, должны. Блин, что-то грязь такая, его поставить тут негде. Так, фары вырубим. В, опоры. Есть опоры, Паш. Отцепить прицеп. Я только такое ощущение, что я сейчас, наверное, его потом обратно не подцеплю. Хотя, блин, вроде высоко стоит. Ну все, я приехал. Куда? Я думал, ты приехал. Это мой финиш, походу. А что там ты сделал? Что это? Тут елки вырываю с корнем. Да я уже еду к тебе, что ты переживаешь? Все, полетел. Ох, вообще зверь. А куда тут рулить, я забыл. Направо-налево. Что-то я, блин, не пойму, куда я еду. Куда еду сейчас? Блин, Паша. А, сейчас фары-то не видно, ё-моё. Так, Паша, Паша. А, все правильно. Все правильно еду. Без фар-то, да, уже непривычно как-то. Ну. Я уже раз карту поднял наверх. С вертолета. А, вот ты стоишь, точно, да. Что, попробуем, меня, может, дернуть получится. Да, да, я сейчас перезацеплюсь тут. Сейчас задом подразвернусь. Опа. Давай. Принял. Погнали. Ну что там у тебя? Не хотит. Сейчас пойдет. Ну вот, что-то дергаться начал. Надо тебя, может, дернуть с этого сейчас, я тебе с разбегу, дай-ка. Давай. О! Что-то зашевелился ты там. Давай-ка еще раз. Сейчас. Давай еще раз, да. С повышайки я сейчас тебя подожду, попробую. О! Ох ты! Нифига себе! Вот тут я тебя дерганул. От души называется такой. Я думал, прицеп отскочит. Как ракета полетел. Можете на веревку взять, не? А? Не взять, она лезет там. Да нет, он в принципе так идет. Сейчас на ровное место выйду. О, все, пошел. Я тут вообще через елки, через какие-то проехал. О, черт. Эй, что-то мы с тобой заблудились, по-моему. Да, что-то не то. Надо было налево ехать. Что-то направо ломанул. Да в чё там уперся-то, я не пойму. Елка справа стоит. Только ветки трещат. Ну все, разгружайте, я поехал к прицеп цеплять. Вот, камня поймал урона. Ну
доехали. Ну да. Ну довезли. Надо еще одну. Сейчас мне надо попробовать подцепиться. А тут есть ты? Урал. Урал есть где-нибудь здесь у нас? Нет? Да, на этом же стоит. А, точно. Как она? У лесоповала. Да я, блин, хотел вручную здесь где-нибудь загрузиться. А где ты там загрузишься-то? Ну, здесь на этом берегу есть вручная погрузка. Надо в Урал с этим, с манипулятором. Да быстрее будет доехать, наверное, там загрузиться. Через озеро махануть. Нет, тачка, конечно, вообще супер, да? Да. Тачка вообще классная. Мне больше всего нравится, что она огромная. Ну да. Танк просто вообще. Не, аппарат суперский. Ой, сейчас в грязь тут опять залезу. Не залезу, а уже походу залез. Паша, я застрял. Че, может, на заправку тут не пойдем? А, у нас же с собой, у нас же с собой 600 еще есть. Да, еще 600 литров с собой. А то я смотрю уже, что ты как-то... Нам надо выбраться сейчас отсюда. Пойдем. А нам сейчас что, мы на асфальт там через озеро маханем. Прям на лесоповал. А потом пойдем через гараж по берегу там опять, как обычно. Блин, вот я опять... Прицеп на пузо садится, зараза. Че, а че такое? А там, где запаска сни... А, блин, я ж опор не убрал. Вот Вася-то. Я думаю, что там пузом цепляет, зараза. Вот я вообще плуганул с леганца-то. Думаю, что не едет-то машина уже. Газует, газует. Он упирается, упирается. Слушай, антенки ты не видал, не трясутся? Антенки трясутся. Это как Серега на этом, на Язе делал. Яз. 214 там, по-моему. Да, 214. Ну да, прикольно вообще. Вообще. Да, вот со светом, конечно, надо было нам по это сразу подчинить там. Легенца. Ну я, честно говоря, думал, что на нем уже есть синхронизация. А? Я, так, честно говоря, думал, что уже на нем есть синхронизация. Не, на нем и не было, по-моему. Серега знает, как это делать тоже. А, видишь, человека нету времени, элементарно нету времени, человек весь в работе. Но мы можем тут, например, что-то поделать с ним, потом Сереге дать, пусть Серега посмотрит. Как бы устроить его там, что мы там наделаем, свет, да, эти точки все эти посмотреть, на дрова дописать, и помочь человеку. Ну я, да, я думаю, не лишнее будет, как бы, и Сереге поменьше хоть хлопот с ним будет. Там, уже там все доделаем там. Блин, я опять что-то застрял. А, на повышайке. Так, вот, все, я выбрался до асфальта. А тут нам направо или налево? Направо, направо. Я что-то уже не помню. Направо, направо. Куда нам тут ехать-то?
Блин, надо было этот роспуск какой-нибудь взять. Да? Зачем? Ну, с роспуском поехать попробовать. Ну да. Ну как бы видишь, просто тут что, надо просто посмотреть, что тут ставится, не ставится, что там куда грузится. Уже. А то взяли бы, как я вам тут раз приехал, ничего там нету. Че там едешь? Тебя жду стою. А? Там где-то нам Паша... у него 6 передач аж. Нам где-то направо надо будет, Паша, там поворачивать. А, смотри, там КамАЗ должен светиться зелом. У меня синхронизатор-то стоит. Их-то должно дефолтно видно быть. Вон, вон, справа, вот они, справа вот где-то вот светится. Ага, у тебя светится тоже, да? Да, стой. Стою. А, ты назад. Ну, я про это проскочил маленько. Так а можно было его тут повернуть? Я сейчас отсюда зайду. Вон КамАЗ стоит, светит. Налево нам туда. К ЗИЛу, да? Да-да-да. Давай прям мимо ЗИЛа туда и в озеро. И в озеро. Я правильно поехал? Да, прямо так и есть. Может даже тут не объезжать налево, вот прямо так и ехал бы через камни. О, нифига, тут озеро. Да, вот тут а нам... я что-то тут не ездил. А тут куда? Вот и пошли прямо. Или правее уходить? Не, правее не надо. Ай, Паша, иди вот как вот прямо, вот, прямо рядом со мной, вот иди вот так вот. Давай. Ой, тут что-то как-то грузно. Тут грязюка слегонцушечки тут есть внизу. Может понижайку купить? Что-то с прицепом тут тяжковато, слышь. Ну-ка дай-ка понижайку попробуем. О, слушай, на понижайке вообще хорошо поехал. Иди, Паша, прямо за мной. Потому что там вправо, там яма. Я иду за тобой. Ты на понижайке? Да. На понижайке едет, нормально. Но на повышенке едет. Ну, он буксовать начинает. А там грязь, потому что. И тут вот где-то я тут подсел немножко, еле-еле копает. Фига, мы с того озера просто на прямке проскочили. Так, а я все время тут езжу. Тут вообще дорога, по идее, дорога тут есть. Я тут давно, я еще с 13.04 тут катаюсь. Что-то пошел, у меня вообще туго все. Аня ползет потихой. У меня ползет потихоньку. Ты, наверное, там за меня зацепился где-нибудь. Экономишь солярку, наверное. Ну вот, все, вылезли. Нормально. Че попискивает, так воздух спускает, так потихо, да, так пи-пи. Такой крихтун такой, да? Да, спасибо ребятам за данный мод вообще группе Альянс. Вообще, ребята, молодцы, спасибо вам. Вот данный аппарат. Что-то там кто-то цепляется.
О, а как он к нам полез? Я не понял. Не знаю. Через друзья, наверное. Так он все равно не сможет мод скачать. Но мод туда он не скачает. Это вообще, кстати, чувак не русский. Откуда за границей? Я не помню, там Африка, в Британии, что ли? Я не помню. Через пенек я просто переехал, Паша. Ты не поверишь. Просто колесом наехал и переехал через него. О, hello, слышь? Hello. Hello-то уже у нас тут. Прикинь, вот тебе и hello. Посмотреть, на чем он едет, этот hello, где он вообще есть-то? Ты видишь его? Кого? Этого hello. А, да, вон он сзади стоит. На Урале, да? Ну, на дефолте. Он на этого-то у него нет, он не сможет его ни скачать, ни сесть на него. Да? Ну, меня только это и беспокоит, чтобы никто... У него будет дефолтная машина за место него. То есть, если даже где-то так совпадет. Я уже уползаю, Паша. Я понял, как тут выезжать. Надо елочку стукнуть. Какую елочку? А вот тут на выходе сухая сосна стоит справа, а перед ней елочка такая небольшая, чтоб прицеп не втыкался в этот столб там. Прям наезжаешь на ту елочку, сбиваешь ее и перед самой сосной выворачиваешь влево. И нормально прицеп проскакивает там без зацепа. Фига ты мне схему рассказал. Ну да. Что там опять зацепился? Да, опять я зацепился. Ну вот, ребята, видите, синхронизация на дефолте у нас работает. Синхронизация автоматическая, версия 3. Называется она, обзывается SVMP версия V3. Что там, вылез? Или еще? Да. Еще еще цепляешься? Да блин, колесо зацепилось. Вот-вот. Я уже прочухал, взял козлу поближе туда. Да я близко, в принципе, опять, взял. Опять ты вон, я вижу, упираешься, я сверху камеру смотрю. Вот-вот прямо ты едешь, тут елочка где-то была такая, надо было ее давить. Это опять. Вот прям миллиметра не хватает, а. Да, тебе главное первое просадить, как бы, чтобы оно прошло, и остальные пойдут нормально. Все, hello ушел. Hello ушел, да. Наигрался. Ну давай! Во, пошел. А вторым зацепился, а его проскочил. Ну второе там уже. Все, поехали. Проходит. Да? Ну все, сейчас тут мы вообще должны дунуть быстро. По берегу попрям. Да, пойдем по берегу. Иван, ну, что ты там... Ремонтируюсь. Да сейчас у гаража бы отремонтировался. Что ты? Я уже починился. У меня 25 урона такой. Ну все, я разогнался. Да я тоже лечу на 6, на 4 передаче еще. А тут 6, да? 6, да. Ну, я пока еще до 6 не дошел. Спортивная коробка. Не на 4, смотри. 3 вообще. Переткнулся. 4.
Чё ты подотстал? Сейчас догоню. Ну, вид у него, конечно, ого-го. Как ты, да? Вид классный вообще, он прям вообще не нравится. Ну, я уже в гараж приехал. Все хотел скрин сделать с морды. Смотрю, уже полоски какие-то пошли. Все, подчинился. Двигайся. Блин, опять не дал ты мне скрина сделать. Блин, а как мы там поворачивать-то будем с этим, с этой шалобрикой здоровой? Да повернем. Тут тоже как-то надо взять сюда поближе влево. Да. И промеж деревьев воткнуться попробую. Я с удаленным распуском здесь проходил, вообще даже не задевал. С удлиненным таким? Ага. С удлиненным. Так, так, вот-вот. Как-то вот так. Ты бери прям, да, влево туда до конца. Под самые деревья. Блин, ну да, все равно тут впритык, скажем так, я что-то иду. Вот все, ты вошел. Эх, в лес, скрипя зубами, все углы пообтер. Я вот здесь даже проходил. Эх, маленько не нашел. Пролез. Все, вон, да, смотри, я пролез. Нормально. Даже тут. Да, блин, вот. Ему-то вообще, по-моему, вот по берегу тут ехать просто. Ну, тут даже не замечает ничего. Как по асфальту прям. Ты на повышенной? Нет, на автомате. Я на повышенной иду, короче. Так что могу тебя догнать. Ну, догоняй. Можешь хоть обгонять. Я просто по самому краешку, оно тут как-то без этих, без трамплинов. Ты там едешь, прыгаешь. Да ему пофигу, он вообще даже не ощущает. Но он мягенький, да, у него такой мягенький такой вообще. Смотри, вот тут колдобина, ему вообще он как шел, так и идет ему вообще. Без разницы абсолютно. Смотри, что творит. Обалдеть! Вообще без проблем прошел. Да, вообще он по воде шпарит. Что-то кричик сделал. Да, успел. Успел хоть немножко, думаю. Пока тут есть шанс. Думаю, хоть щелкнуть разик. Так, тут надо вдоль нам камушков. Чё, сначала там скрин в конце сделаем, потом разгрузимся, да? Ну да. Или с этой синей штучкой будем. Да можно с синей штучкой. Да, давай с синей, как бы оно хоть будет понятно, что мы прошли ее. Вообще, слышим, этот брод, по-моему, просто... Просто здравствуйте называется. И снова здравствуйте. Ай, слушай, вылазить-то неудобно. Бери, Паша, вот где я сейчас выхожу, вот так по диагонали туда. А-а. Потому что тут вот где-то я уткнулся в этот, тут какая-то ямка есть, и бугорок на подъеме, как бы. Он тут скорость теряет.
Ой, я вообще тут встал тупо. Турун-тун-тун. Сейчас я на веревочку. Опа. А, вот сейчас-то я как раз зацепился брюхом-то на прицепе. Сейчас я зацепился, Паша. Еще мне больше не за что зацепиться-то. Ай-яй-яй. А назад не идет? А не, я назад не пробовал. Да я сейчас, я думаю, его в сторону его сдерну хотя бы. О, пошел, да? Да-да, все вылез. Ну, нам надо направо туда. Я сейчас просто его тут хотя бы так выведу, чтобы тебе там... А потом я его в воду загоню. О, а видишь, ты уперся тоже в этот бугор. А, ты вон как поехал. На, ну там видишь. Да, надо было вправо повернуть, а я что-то в гору попёр. Все, я его прошел. Давай, выезжай. Прицеп лапа низко, он цепляется. Да, он лапами. Лапами или вот где вот у него там бак этот идет. Ты заново поедешь? Не, я сейчас его разворачиваю потихоньку. Сейчас я его выгоню тут. Опять лапу не шкребет. Сейчас не сесть бы мне тут на меня. Ты скорость набирай. Я так по воде он шпиленул. По воде нормально чешет ровненько там. Нормально он идет вообще, то есть пофигу ему все. Ну да. Тачка вообще отличная, да. Серега молодец, офигенный мод замутил. Сделал это, кстати, с реальной машины, такая реально существует. Этот Урал Полярник. Даже я видео на него смотрел, по-моему, где-то. Даже, по-моему, в Альянсе там в группе, по-моему, и видео на него и было. То есть он реально такой огромный? Да. Есть. Ну он даже надо посмотреть. Может прям надо посмотреть в этом. Набрать в интернете у людей. Я в интернете, по-моему, набирал, там он такой оранжевый там был. Такой на здоровущих колесах, там с будкой со всей этой балдой. И по, там засаживают, короче, обычный Урал, короче, да. Ага. И загоняют этого. Это вообще просто как по маслу проезжает такой. А тот сразу в болоте не засел. Блин, а на понижайке, на второй, там на первой палочке, как он тарахтит, да? Дизелечек вообще на ура. Медленно, наверное. Да, да, так приятненько, так же журчит просто. Что ты там уже забрался? Да, вот сейчас будем. Ну я грязь прошел, сейчас буду. Да, я вижу, развернулся. Я просто морду снимал. Вообще не налюбуюсь никак на него. Сейчас будем в горку залазить. Да, мне кажется, на понижайке он спокойно. Да, он вообще легко идет. Даже не замечаю. А, я ж себе-то в КамАЗа этих посадил обоих, короче, кренделей-то. У меня два экспедитора там, короче. Оба сидят. Они у тебя втроем там будут ездить? Да, ездят втроем уже, все катаются. Вообще,
Ну там один с анимашкой, как бы он такой колбасится, а второй, ну нет, он анимашки, наверное. Как-то не под... Ну все, я жду. Не подтряхивает. Брался. Все, все, я тут уже тоже. Вот, вот уже. Вообще, ну вот это вообще аппарат, конечно. Не, я просто... Мод просто офигенный, просто мод. Ду-ду, ду-ду-ду-ду. Выехать с этого. Что, щелкнемся? Давай. Сейчас. Поймаю их так пошире так. Пошире такие. Такие две моси такие стоят. Ну, они прям огромные. Они в скрин не влазят вдвоем. Я помню, мы тут раз помнишь на пазиках, по-моему, да? На кавзах мы тут вчетвером фотографировались, а тут вдвояка еле влезли. В скрина. Ну чё, грузимся, разгружаемся. Давай. Все. Ну, часок. Ну, вчетвером. Вчетвером мы бы быстро разобрали ее. Ну, да, ну вот, ребята, так что обращайтесь за данным модом в группу Альянс. Мод Сергея Пасечника. Мод обалденнейший. Просто, просто ура, короче, аппарат. Я рад и счастлив. Так что всем, ребята, подписывайтесь в группу, на каналы. Всем удачки. Пока, пока. Пока.